Кафе города на неделе заметно обновили свои меню. К фирменным блюдам добавились многочисленные вариации рецептов блинов, от шоколадных до классических. Лакомства здесь подаются сгущенкой, грецким орехом, семгой, пармезаном и вишневым соусом. Стоимость от 4 рублей 50 копеек. Новинка – шпинатный с моцареллой, ветчиной и кукурузой. Обойдется в 7,5. Можно прийти всей семьей, и каждому придется что-то по вкусу. Но также приемлемые цены, поэтому мы всех приглашаем к нам на масленичные недели обязательно зайти и попробовать наше новое меню. Для тех, кто предпочитает домашнюю кухню, есть простые рецепты на скорую руку. В глубокую тарелку разбиваем 2 яйца, затем кладем 2 столовые ложки сахара, щепотку соли и ванилин. В полученную смесь заливаем 0,5 литра молока и постепенно всыпаем 4 столовые ложки муки. Размешиваем до консистенции жидкой сметаны. Перед жаркой добавляем пару капель растительного масла. На готовый блинчик обязательно нужно положить кусочек сливочного масла. Тогда он станет более эластичным и нежным. К столу блюда подают со сметаной, сахаром, медом или вареньем. Уже в воскресенье Бобруйск попрощается с зимой. Праздник встречи весны отметят в городском парке. Здесь развернутся настоящие гуляния с песнями, играми на свежем воздухе и, конечно же, блинами. Начало в 12 часов. Будет проводиться огненное шоу и сжигание чучела зимы. Будет организовано аттракционов и торговых площадок. Поэтому всех жителей города Бобруйска приглашаем посетить наш парк культуры и отдыха. Развлечение дня – борьба за петуха. Задача осложнится не только уровнем физической подготовки, но и старой традицией. Для лучшего скольжения перед началом забав столб окропят ледяной водой. Кульминацией праздника станет сожжение чучела. В этом обряде заложено и немало смысла – уничтожить символ зимы и воскресить весну. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов. Бобруйск, 360.